Главное предложение дня. Ботинки женские Жанет от бренда Дершпур. Это потрясающая коллекция. Давайте хочу, знаете, начать, так сказать, с философии. Для чего нам зимняя обувь? Во-первых, конечно же, чтобы давать нам тепло. Во-вторых, конечно же, да, сочетать и тепло, и функциональность, и чтобы стать настоящим защитником от морозов. Именно такая обувь была разработана брендом Дершпур и представляет сегодня, и представлена сегодня в очень ограниченном количестве как главное предложение дня. Женские зимние ботинки из натуральной кожи. Посмотрите, какое потрясающее качество. С натуральным мехом внутри. Такая модель прочная, долго служит, отлично садится по ноге. И при правильном уходе легко переносит и влажность, и перепады температур. Настоящие вездеходы для зимы. Две молнии и шнуровка позволяют максимально удобно подстроить посадку ботинка по ноге и быстро с комфортом надеть, либо снять обувь. Также эти ботинки внутри полностью из натуральной шерсти. Главный защитник вашего здоровья в мороз до минус 20 градусов. Вот такая потрясающая у нас коллекция сегодня представлена для вас. Цена, которая действует только сегодня, 7499 рублей. Это абсолютная новинка, которую мы впервые сегодня представляем на нашем телеканале Shop'n Show. Это, кстати, ваша еще и бесплатная доставка. А теперь давайте рассмотрим с вами на цветовые решения. Итак, у нас с вами есть цвет коричневый. Очень красивый цвет шоколада. Как мы любим говорить, швейцарского шоколада. Богато, роскошно выглядит. Дальше хотелось бы вам продемонстрировать цвет черный. Ну, черный он, конечно, сам по себе как базовый, вы его очень любите, мы даже вам сейчас, да, вот показываем уже, имитируем уже, да, снег, который будет уже совсем-совсем скоро. Мой выбор — это цвет бежевый, посмотрите, карамельный, очень приятный оттенок, очень теплый, да, и, соответственно, в такой обуви будет однозначно тепло. Цвет синий, выглядит шикарно, если у нас вдруг какой-то закончится, прекрасная альтернатива и черному. А вот теперь посмотрим с вами на бордовый цвет, он очень красивый, я бы даже, наверное, его назвала, наверное, больше такой баклажановый, но в заказе будет как бордовый. Но вы же помните, я обожаю эксперименты, обожаю вам демонстрировать, как наша обувь себя ведет в самых экстремальных условиях. И вот сейчас специально наши ботинки поместили в снег, лед, а еще я добавлю сейчас экстремальных условий и полью их водичкой. Посмотрите, что происходит. Боже, вода уходит, вы видите, ни капли не остается на поверхности нашей натуральной замши от бренда Дершпур. Это просто чудеса. Это на самом деле вездеходы, которые ваши ноги будут сохранять в сухости и в тепле. Немножко влаги у нас осталось на подошве, но вы знаете, вот так стряхнули, салфеточкой протерли. Самое главное, что натуральная кожа у нас абсолютно не промокает. Так, теперь давайте с вами поговорим про размеры. Размерная сетка стандартная от 36 до 41, но есть одна радостная новость. Во-первых, они у нас размер в размер, но честно могу вам сказать, так как я в этих ботинках, прям вот честно могу вам сказать, они больше мерят. Можете смело взять на размерчик меньше. Все равно у вас останется место. Так, сейчас будем замерять обязательно, да, вот любите вы, когда мы делаем замеры. Итак, у нас есть стелечка, я ее достала, посмотрите, как сама стелечка выглядит, да, как обработана натуральная шерсть. Посмотрите, здесь у нас на нетканом материале, плюс обработаны края, великолепный вариант. Теперь давайте делаем замер. Так, 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 одну секундочку, сейчас я, оп, оп. Сделаем красиво. Смотрите, от центра большого пальчика доходим до пяточки и видим здесь 27 сантиметров. 27 сантиметров у нас с вами соответствует 42-му размеру. А я достала стелечку и 41. Вот вы по нашей табличке можете даже свериться, да? 270 миллиметров – это российский 42-й. Поэтому я вам говорю, дорогие наши телезрительницы, благодаря тому, что немножечко больше мерят наши ботинки, у вас расширяются ваши возможности. У кого большая ножка, а вы хотите для себя приобрести такие красивые стильные ботинки, пожалуйста, вот пожалуйста, сейчас звоните, успевайте, 7499 рублей. И теперь давайте рассматривать, какие же материалы у нас с вами используются в производстве нашей прекрасной модели. Итак, я уже вам успела сказать, что у нас наши ботинки женские Жанет от бренда Дершпур выполнены из натурального спилка.
потрясающее качество. Во-первых, да, вот эта бархатистая фактура, мы уже даже успели проверить, что она не промокает. Дальше, рассматриваем с вами конструкцию. Шнуровка есть, прекрасно, потому что шнуровка нам помогает подстраивать по ноге. Смотрите, две функциональные молнии с наружной стороны и с внутренней стороны. И они обе у нас являются рабочими. Посмотрите, сейчас расстегиваю, что происходит. Вот такое огромное пространство, которое позволяет вам обуваться. То есть это возможность даже для самых сложных ножек с легкостью обуваться. Две функциональные молнии. Вы, конечно, можете пользоваться одной, можете пользоваться двумя. Это уже, как говорится, как вам будет удобно. Теперь рассматриваем с вами фактуру нашего меха. Сразу отмечу, наши ботинки утеплены полностью. Вся поверхность, пяточка утеплена, носочная часть утеплены, посмотрите, язык, да, наши тоже, потому что обычно здесь поставили штоферочку, да, из натуральной кожи или вообще из искусственных материалов, но в качестве экономии. Мы же здесь не экономим. Мы хотим, чтобы ваши ножки получали полноценное тепло. И это натуральная шерсть, которая справляется с температурами минус 20 градусов. Кстати, если на улице будет минус 25, минус 30, вам все равно будет тепло. Опять же, напомню, так как у нас размерная сетка, да, чуть-чуть больше мерит, поэтому можно еще и носочек дополнительно. Вот она, наша овечка, наша прекрасная, так сказать, такая девочка хорошенькая, стоит такая ушастенькая. Вот ее подстригли, понимаете, подстригли. И все, и вот эта вот шерсть у нас сейчас нас будет согревать. Сухое тепло, прекрасно справляется со всеми температурными режимами, подстраивается, никакого конденсата. Великолепный материал, который действительно поможет вам чувствовать себя и тепло, и сухо, и комфортно. И плюс ко всему, давайте еще посмотрим очень быстро, посмотрим образы, как сочетают. Сегодня хочу сказать Жене прям большой комплимент, потому что Женя у нас очень редко появляется в таких юбках, да, в основном Женя выбирает для образов джинсы, но сейчас Женя выглядит просто великолепно и выбирает для себя цвет бордовый. У нас еще есть 4 цвета для вас. Давайте еще раз по ним пройдем. Выбор-то уже начался. Цвет коричневый, цвет черный, цвет бежевый, который я выбираю для себя, темно-синий, а также бордовый цвет. Размер в размер, цена 7499 рублей. И это ваша бесплатная доставка, дорогие мои.